Короче, тут такой прикол. Это Коломяги. Детская железная дорога. Узкая колея. Вот она так вот прямо через район идет. Вот такие тут светофоры. Колея узкая, прям вообще узкая. Вот мой шаг буквально. Вот там стоит поезд. Не успел я его снять на ходу. Что-то он там пищит. Не знаю, поедет, нет. Сейчас, вот свистит он там. Короче, пройду в сторону поезда, посмотрю, как он там едет, не едет, и сам поезд снять. А, или там, о, блин, а там другой поезд идет с фонарем. Во прикол, если он сейчас сюда приедет, блин, засниму. Там какие-то рабочие на путях крутятся, не знаю, приедет он сюда сейчас, нет. Свистит. Поверните направо, а затем поверните направо. Тихо, Алиса, тихо. Прогоняет рабочих с путей. Ага. Блин, остановился. Ну, ёкломанная. А, это, наверное, головной тягач. Он, когда привез состав на конечную станцию, он переезжает таким образом, чтобы сделать разворот и заехать с задней части поезда, подцепиться и, ну, как бы локомотив. То есть одним локомотивом это все делается, не так, как на вокзале, что один тягач привозит поезд на конечную станцию, а другой увозит. Так, вот он опять поехал. Да, он, наверное, сейчас проедет немножко вперед, потом сдаст назад, чтобы зацепить поезд и поехать. Прикольно, прикольно. Ну, точняк, как я предполагал. Локомотив-тягач поехал назад, чтобы зацепить поезд. Вот это вот детская железная дорога. У нас в Питере. Район Коломяги. Ну, сейчас постараюсь дождаться, посмотреть, как поезд поедет. Сейчас будет цеплять состав и поедет обратно. Вот по этим путям. Вот туда вот. Пройдусь немножко подальше. Съехал поезд назад, цепляет состав. Подожду, пока пойду в машине своей, погашу. Возвращаюсь обратно следить за поездом. Не знаю, через сколько времени он пойдет обратно, но постараюсь дождаться. Стоит, пока не едет. И не похоже, чтобы собирался ехать. Что-то похоже, народу много на платформе. Может, даже еще и не скоро поедет. Вот прохожу вглубь района Коломяги. Вот тут многоквартирные дома стоят, детские студии какие-то. Вот он, поезд по-прежнему стоит на платформе на своей, на вокзале. Пока не едет, фонарь не включает. Пойду дальше, посмотрю, куда он там ездит. Иду, иду вглубь путей. Посмотреть, куда они ведут. Поезд пока стоит, не едет, не шелохнется. Если повезет, зафиксирую, как поезд едет по этим путям через вот эту вот местность. Это Коломяги, от центра города 10 минут на машине. Вот. Ну и до окраины города здесь, в принципе, тоже недалеко. То есть 30 лет назад это был район вообще глухой, очень необустроенный, никаких тут этих домов, ничего не было. Тут была, считай, зеленая зона, почти пригород. И здесь вот в те времена активно эта дорога, детская железная дорога, это тогда называлась, она активно работала. Так, что у нас там поезд? Пока стоит, да? Жалко, что стоит, хотелось посмотреть, как едет.
Точнее, я увидел, как он едет, но не успел зафиксировать на камеру. Вот иду, иду, смотрю, куда дорога ведет. Представляешь, ты тут такой живешь в таунхаузах, на окраине практически города. Маршрут перестроен. За окном с небольшой скоростью. Поверните направо, а затем поверните направо. Маленькая миниатюрная железная дорога на небольшой скорости ходит, с небольшим уровнем шума. То есть, как в сказке прямо все. Не знаю, работает ли зимой это все. Потом как-нибудь посмотрю в интернете. Вот, тут прям настоящий. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. Блин, Алиса мало мне мешает. Уже вбил навигатор, собрался ехать, но не устоял. Решил выскочить и поснимать железную дорогу. Вот у местных спросил, сказали, что где-то минут через 20 поезд идет в обратную сторону. Не знаю, постараюсь дождаться. Я видео не выключаю, переключаюсь только на паузе, чтобы не выключилось, потому что, ну, неудобно, не хочется возиться, там, сшивать видео из двух или там из трех частей, неприкольно. Вот. Ну, в общем, иду смотреть конечную станцию. Здесь такой вот райончик прикольный, уже почти деревня начинается. И многоэтажки вон стоят, таунхаузы. Есть шикарные таунхаузы. Вот пути пока идут. Такие вот маленькие. Узенькие. Поверните налево, а затем поверните направо. Шпалы деревянные. Мне кажется, еще с древних времен, еще с советских, наверное. Вот некоторые, видно, возамененные, ремонтированные. Вот. Ладно, иду дальше смотреть станцию. Вот она, похоже, конечная станция. Совсем недалеко. Поближе пойду, посмотрю и пойду обратно. Хотелось бы очень увидеть, как поезд идет. На ходу поезд увидеть.